На предстоящей неделе город ждут температурные перепады в 25 градусов с плюс 7 днем до минус 18 ночью. Так, со вторника на среду будет минус 13, а завтра днем еще теплее, чем сегодня, плюс 2. В четверг синоптики обещают 7 градусов тепла, что совсем уж по-весеннему. Но в ночь с пятницы на субботу столбики опять поползут вниз до минус 13, а в воскресенье до минус 18. Следующие выходные окажутся и самыми холодными днями, 7-8 градусов ниже нуля. В общем, зима пока не собирается уступать весне. При таком количестве неубранного снега это совсем неплохо. Температурные качели могут сдержать его обильное таяние.